Музыкальный клип о буднях работников ГИБДД. Такой подарок к 79-летию ведомства сделали сами себе саратовские автоинспекторы. Песни из милицейских сериалов разных лет проиллюстрированы кадрами из архива ГИБДД Саратовской области. В них отражены многие этапы работы дорожной полиции. Дежурство на трассе, проверка документов, задержание нарушителей и даже погоня. Любопытно, что музыкальная открытка состоит из двух частей. Первая в черно-белых тонах, и слова здесь в чем-то даже наивные. Волшебной палочкой взмахну, свисток нарушит тишину, и обязательно хоть кто-то остановится, а я люблю с людьми знакомиться. Вторая часть поздравления более динамичная и в цвете. Песня здесь использована современная, соответственно, текст смелее. В употреблении эпитетов никто не скромничает. Мы плечом к плечу в огонь, ангелы ночных погонь, вновь берем судьбу в капкан.